Сюн. Сюн всегда был весьма активным. Даже когда его только принесли, он пытался убежать. Но с луком в руках Сюн научился концентрации. Сохранять полное спокойствие. Или не сохранять его вовсе. Он идеальный лучник. Попадет с любого расстояния в любого врага. Я отправил его в разведку, чтобы развеять мои опасения. Он должен был вернуться уже давно.